В минувшее воскресенье казахстанцы сделали свой выбор, проголосовав на референдуме по строительству атомной электростанции. Около 12 миллионов 250 тысяч соотечественников имели возможность сделать свой выбор. Работало более 10 тысяч избирательных участков. За рубежом создано 74 участковых комиссии. Согласно предварительным данным Центральной комиссии референдума, по Акмолинской области свой выбор сделали 71,63% жителей. В Акмолинской области 786 участков референдума работали с 7 утра до 8 вечера. Никаких нарушений и беспорядков зарегистрировано не было. Всего по области было задействовано 786 комиссий референдума, в том числе это наша областная территориальная комиссия референдума, 20 комиссий районных, городских, 786 участковых комиссий референдума, в которых работало 4540 членов комиссии. За процессом голосования наблюдало 1073 представителей аккредитованных общественных объединений некоммерческих организаций, 1087 наблюдателей от партии «Аманат», более 55 представителей республиканских средств массовой информации освещали ход голосования. Кроме того, на территории Акмолинской области 17 представителей иностранных наблюдателей, а также 15 средств массовой информации. По данным Центральной комиссии референдума, в регионе проголосовало более 370 тысяч избирателей. Из них более 250 тысяч за строительство АЭС в Казахстане. Зарина Беккалиева, Лаура Даулетбек, Медет Кайыркенов, Кокши, Ахпарат.